Мне диагностировали сколиоз в 12 лет и предложили консервативное лечение. До промежутка 3 года назад он не доставлял мне никаких болей, только косметическая неровность. Но 3 года назад все изменилось. У меня начались сильные боли, когда я пройду немного, полчаса ходьбы, для меня уже проблема. Я в первый раз встречаю такой подход к операции, роботизированная хирургия и использование робота Mother X в таких операциях, потому как ни в России, ни в Германии такого я еще пока не встречала. Страх есть, но и надежда на прекрасный результат тоже. Меня зовут Маделина Александра, я приехала из России, мне 22 года. Мне диагностировали сколиоз в 12 лет и предложили консервативное лечение. Я поехала в Германию в 2017 году, после того, как в России мне доктора сказали, что никак уже не смогут. Там мне сделали корсет, который убирал где-то 10 градусов. Оно помогало с переменным успехом, но в конечном итоге деформация только ухудшалась. Моя знакомая посоветовала мне клинику Туран-Туран в Бурсе. И я обратилась. Мы прибыли в аэропорт Стамбула, где нас забрал трансфер. Очень комфортный автомобиль. Соответственно, он довез нас до Бурсы. Это заняло 2,5 часа. Я попала на консультацию к доктору Юнусу. Мне провели множество обследований, рентгеновские снимки, другие обследования, взяли анализы и уже определили план операции. Мне очень понравился профессионализм доктора. Я задавала ему множество вопросов по тематике моего заболевания, на которые получила исчерпывающие ответы. Отношения здесь очень хорошие, палата мне очень нравится, и страх есть, но и надежда на прекрасный результат тоже. Мой сколиоз очень сложный, потому как до промежутка 3 года назад он не доставлял мне никаких болей, только косметическая неровность. Но 3 года назад все изменилось. У меня начались сильные боли, когда я пройду немного, полчаса ходьбы, для меня уже проблема. Дыхание тоже неполное, и вообще это очень отражается на двигательной функции и на качестве жизни, потому что боли действительно есть, и они сильные бывают достаточно. Я в первый раз встречаю такой подход к операции, роботизированная хирургия и использование робота Mother X в таких операциях, потому как ни в России, ни в Германии такого я еще пока не встречала. И, естественно, это придало еще больше уверенности и дало ощущение некой безопасности. Alexandra bize skolyozla ilgili şikayetlerinden dolayı başvurdu. Rusya'dan bize filmlerini gönderdiğinde omurgasında yaklaşık 60 derecelik bir eğriliği vardı ve kendisine ameliyat olması gerektiğini söyledik. Bizim önerimiz doğrultusunda ülkesinden Türkiye'ye geldi. Burayı tercih etmesinin sebebi elbette ki ülkemizde tıbbi uygulamaların üst düzeyde uygulanabiliyor olması ve kurumumuzda mevcut olan robotik omurga cerrahisi tekniğinden faydalanmak istiyor olmasıydı. Robotun bir kolu var ameliyat sırasında bizim bu vidaları göndermemizi sağlayan. Ameliyattan önceki planlamamıza göre her bir vida için robotun kolu pozisyon alıyor. Ve bu pozisyondayken üzerindeki çalışma kanülünün üzerinden vidaları gönderme imkanımız oluyor. Biz de kendisine robotik omurga cerrahisi kullanarak skolyoz ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan önce 60 derece olan Alexandra'nın eğriliği ameliyattan sonra neredeyse 0 dereceye yaklaştı. Bu ameliyat için Alexander'ın yaşı normalde olması gerekenden biraz daha fazlaydı. Ama buna rağmen çok yüz güldürücü bir sonuç aldık. Я хочу интенсивно начать заниматься спортом, укреплением своих мышц.
заниматься спортом с своим молодым человеком, бегать, бегать и, в общем,